В первый день Нового года услышать такие крики по соседству не ожидал, конечно, никто, как и участковый Владимир Новиков, который в свой выходной находился в гостях у друзей. Тем не менее, полицейский сразу же выбежал на улицу. Вместе с приятелями бросился к горящему строению. Он не растерялся, он забежал. Сначала детей вытащил, потом поднялся на второй этаж, прямо в огонь. Там я после посмотрел, уже лестница горела. За несколько минут мужчины вынесли из дома троих малолетних детей и вывели их мать. Узнав от женщины о том, что внутри остался ее супруг, отец семерых детей, Владимир Новиков накинул на плечи шерстяное одеяло и вернулся в горевший дом. На втором этаже обнаружил находящегося в бессознательном состоянии хозяина и вынес его на улицу. Об опасности, говорит, в тот момент и не думал. Мысли не было, как бы в момент этого быстро все происходило. Я проводку оборвал, чтобы замыкания не было, как бы сразу думаешь наперед. И как бы, когда туда шел, не думал ни о чем. Думал, чтобы зайти, где его там найти, чтобы не сгорел. О своем поступке участковый никому не рассказал. Все стало известно благодаря очевидцам и спасенной семье. Он спас и мне жизнь, и моим детям. То есть оказал помощь, оказался в нужный момент, в нужное время. То есть большое ему человеческое спасибо. Сейчас руководство сочинского ОВД рассматривает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.